Турецкий грустный какой-то, блин. Тихо, Хохлина, тихо. Турецкий, ну что ты такой грустный? Я по жизни грустный, блядь. Так, сколько вам бомб-то надо? Да побольше. Может, мне вообще лучше сразу динамит купить или похуй? Юрецкому нравятся девочки. Да возьми бомбы. Я все понимаю, Хохол, что тебе нравится меня во всякой фигне обвинять, но это уже слишком жесткий. Да. Жесткий дрищ. Жестко надристал полунитаз говна. У меня при себе 25 единиц FAP 3000 и 2 единицы FAP 5000. Да, FAP. Советский бомбардировщик носит бомбы на руках. С пивом. В одной руке бомба, в другой пиво. Хорошо, что мне интересно, почему ты не выделил это вот буквы О, З и этот В. Что ты высрал, блядь? Мной. Я чувствую, защитливое падение получил. Пойдемте. Вот здесь вот есть доступный. Юрецкий, иди сюда. Я иду. Я вам показать хотел доступную, ну как бы, ладно. А ёп. Доступную, да, и в самую жопу лезет. Ух ты, блядь! Сюда, сюда беги. Вот я про то и говорил. Давай к нам. Ух ты, блядь. 8 золотых монет вкладываю, короче, в наш, так сказать, общак. Фонд. У нас реально как в тюрьме, общак даже свой есть, понимаете? Так, я хочу кваса выпить. А мне даже минералка закончилась, сейчас ночи, я не хочу за ней снова выходить. Я, кстати, так однажды выходил. Не, я могу, потому что оно работает круглосуточно, но мне лень. Короче, мне стало настолько лень, что я жрать меньше стал. Я, короче, это как-то ночью дома один сижу. Здесь захотелось сожрать нечто. Пошел в 3 часа ночи за пельменями. Ну и как, вернулся с пельменями или с разбитым ебалом? Да. Не, пельмени, кстати, очень вкусные были тогда. Мираторг или какие там? А, неизвестная марка. И упаковка у них, ну чисто... Ну чисто получается как пакет такой, вакуумный. Ну или не вакуумный. Короче, ты понял, да, пластиковый пакет. В пакете бумажка лежит. Прям с пельменями вместе. Но пельмени очень вкусные. Хорошие пельмени, это очень вкусно. С привкусом военных преступлений. О, с привкусом мятных пряников. Мятные пельмени, ты чё? А слушай, а кстати? Я видел, как челы варили пельмени в разных напитках. Там, в коле. В редбуле. В соке томатном. В молоке. Да, в редбуле тоже было. Было. Пельмени в редбуле. И получается, короче, ничего особенного не было, кроме привкуса напитка. Все. Ни один панцергренадер не променяет гранату на какую-то пукалку. Тем более, без шуток, граната получше будет. Этот, намного. Я забыл. Я забыл слово. Где таблетки? Я забыл слово, блядь, у меня шиза. Я башкой это, я спал, я упал, блядь, с кровати, пёзнулся Абраму. У меня левая сторона головы болит, нахуй. Ты на шкафу, что ли, спал? Да если бы. Раз об кровать ударился. Как об залез, блядь. Не, это, понимаешь, блядь, пластер это табельный маузер. О, это база. А то закупать и патроны, и гранаты. Хотя, не знаю. Чё, блядь? Да. Чего, блядь? Помянем молодого чё. На. Юрецкий, кстати, это... А чё у тебя за сердечко висит? Чё она даёт? Я не помню. А, вот эту штуку выбил? Так я говорю, я получаю урон и ускоряюсь. А, классно. Да, короче, когда я получаю урон, она вкалывает дозу героина. Это боевые наркотики чисто. Первитин. Да-да, мои. Тихо. Ну, украинские. Лично из Азовстали спиздил. Угу. Хахахла бы брал. Хахах. Хахах. Ищи себя. В шмадовках в Мариуполе. Азовстали. А, Юрецкий. Спиздил. Ты это не видел. Алексей рассказывал. Я, короче, играл в Call to Arms Gates of Hell. Знаешь, что это за игра, да? Знакомо звучит, да. Ну, короче, как в тылу врага Штурм 2, только... Только... Современно. Я, короче, начал за советов.
Я, короче, начал за советов, зашел в какую-то деревушку. Ну, атака была, миссия. Mm-hmm. Вот. Зашел в какую-то деревушку и понял, что мне лень атаковать, и просто взял огнеметчика и выжег нахрен. Я просто иду в дом, если есть там кто, нет кто, я просто выжигаю его нахрен и иду дальше. Хуенный план. А потом либерахи забоют. Тихо. Так что тихо. Пусть забоют, у меня... Огнемет всегда прав, я считаю. А, база. Построй, пока нас... я подбиваюсь. А, нас... Пидорасов летает. А, блять, у меня хп не осталось. Я чувак, я вообще впервые вижу трактирщика. Я при всех прохождениях, у меня никогда его не было. А я не знаю даже, что он делает. Если у него можно купить пиво, то мы его точно заселяем. Скорее всего, можно. Заселяем. А там, скорее всего, не пиво, там еще может быть какое-то там, не знаю, напиток. Ой, тихо. Баварский. Ты как главный ценитель... Ты как главный ценитель спиртных напитков, думаю, обрадуешься его ассортименту. Да, да, да. Собрались как-то раз, ценитель пива, на ДНР. Ценитель анальных затычек и, блядь, приёб. А кто ценитель затычек? Ты. Я. Да и Хохол, в принципе, тоже может за такого сойти. А ты что, нет? Я ценитель спиртных затычек. А. Бутылки, вон. Да. Да. Пятилитровый, с водкой. Я не зря потратил 40 голды, вот прям максимально не зря. Да, большая часть из которых нафармил, угадай кто. Ладно, похуй. Ну да, да, ты молодец, чувак, конечно. Бегал с очком, блядь, ловил это, всю живность продавал в анальное рабство, курятине и ебану. С очком бегал, да? А из-за лука глаза Джорджа просто огромные. Чего? А, это Синки Пеппа. Это? Да. Я вспомнил. Да. Да, по крайней мере, в Террарии всякого более расслабляет игра, чем в Чугундер. Ого, Чугундер, я не знаю, это, наверное, просто худшая игра для расслабления, так сказать. Чем? В этом расслабляться? Ну, такое. Ну, там есть люди, которые вот и в симулятор играют для того, чтобы расслабляться. Знамя осколка метеора. Хорош. Я его, пожалуй, поставлю здесь. Были мамкины элитаристы, которые говорили, что вот, я расслабляюсь в симуляторе, вот, мол, спокойно, да, блядь. Слышите, я, короче, поставил знамя метеора, ну, вот эти вот, которые хрень летают, я теперь их ваншотаю. Это расслабляет до первой встречи с противником, когда ты пытаешься постоянно смотреть по сторонам, что, блядь, происходит. Да такие дебилы обычно на бобрах играют. Расслабляются они. Угу. Братан, а как ты расслабляешься? А я не напрягаюсь. А братан, как ты расслабляешься? Мама, мама, нет, на меня газуешь. Да. Так мы видели какого-то донича, у которого 0.09 КД, блять. Да, и таких часто я уже замечал. На бобрах чисто. Сотый уровень, сотый, сука, уровень. Он зашел в тундру чисто пофармить. Не поиграть, а именно пофармить. Да. Вот ты фармишь технику, но не играешь на ней. Зачем? Вот это вот меня интересует. А ты фармишь технику, но не играешь на ней. Я фармлю технику и играю на ней. Мы не одинаковы. Потому что это по факту. Кто? Турмс, да? Да-да, я. Что? То что? Ждал меня? Да, значит, замутить тебя. Обязательно. Черт. Ушел. Замутили, закибербулили мужика. Мужика? Ну, блять, а... Вон пакет. Он пакетный танк. Пакет замутили. Я считаю, что мы можем любой его пиздеж приравнивать к саморекламе и попыткам заставить нас его купить снова. У меня не только Турмс, у него еще и К-50 есть. Да блять! Че, ты шел ко мне и разбился? Да. Лёшка, покажешь синяки на правом плече? Это левша. Я ничего не понял, извини. Ну, блять, отдача от приклада. Или водитель. А, господи. Он придуривается, дерецкий, господи. Дурачок. Прикалывается, типа не понимает. Азовец спрашивает азовца. Азовец, ты милиционер? Нет, отвечает азовец. Моя главная профессия — повар! Ха! Ты боевик? Нет, я повар. Вы неонацист? Нет, я водитель. Ирецкий, тут смотри, тут рыба, тут два червяка. Собери всех, и можешь мне рыбу пиво? Дать? Где пиво? Вот здесь бери справа. Всех. Я рыба. А я пиво. Так, я пойду. А я слышу. Товарищ, ты видел, какие жезлы продает этот бармен? Анальные. Нет. Господи, заткните Турмса, пожалуйста. Ладно, да. Ладно, все, я сам заткну. Вот я ставил. У меня патроны заканчиваются, народ. Кто-нибудь может по-быстрому сбегать?
Да. За патронами, сейчас. Вы ближе там. Бегай, я буду... Накупи патронов там всех. Дай денег. Они там все там лежат. Хохол опять просит дотации. Давайте быстрее, а то мне стрелять еще нечем будет. Хочу летать. Хочу Су-27. Золотой маркер могилы. Ебать, пафос. Мне дали несколько... Две медали защитников. Ой, этот трактирщик забей. Да. У него особо ничего такого интересного и нет. Было бы что-то имбовое, тогда бы я видел смысл еще. Ну пусть стоит этот. О, аметисты. Шах и мат, аметисты. Да, можно же просто на отвали сделать, как и в прошлый раз ты делал эту свою грибную штуку. Сделаю ублюдскую коробку. Ты про панельки-то так не говори. Не, он делал эту грибной биом высоко. Что начинается, чувак? Ну просто ты постоянно на отвали все делаешь. Да. Хоть чуть-чуть старайся, я не знаю. Да, делаю. Это вопрос. Ну, что, да, делаю. Есть один вопрос. Делаю. Давно говно жрать начал? Да. С рождения. Ну, я вижу. Сценарники вырос. Ууу, я панированная. Насрал неровный. Еще раз. Насрал неровный кучку. Ебать, важный хуй бумажный. Я даже не видел эту лаву сраную. Лава я даже не видел ее. Ну, что ты хотел? Турмич звали. Смотрите теперь, где я. Я люблю, когда мне мальчики плачут. Плечо. Тихо. Кто это сказал? А любишь, когда сосут? Что ты, пивозавр? Я занимаюсь полезным делом. О, молодец. О, зелье червоточины нашел. Не то, что это тупой русский. Два хохла. Ой. Я позорный. Не хохол. Фамилия твоя говорит об обратном. Твоя мать говорит об обратном. Мое гражданство говорит об обратном. Какое украинское? Латвийское. О, господи. А у него фамилия какая? Бандера? Слушай, какие балы снесу. Бандера. Ну, если украинское, то... Шухевич. Шухевич? Пацаны, я нашел золото. Шухевич, нормальная фамилия, почему украинская-то? Шухевич. Я вообще... Бандера. Это твоя фамилия, да? Это моя. Да. Попол камингаут. Это моя. Хорошо, да. Шухарев. Кто? Чмо? Пью. Блять, я именно так и сказал, да. Ну ладно. Бля, не слышу. Я думал, я тут шизоид. Не слышишь? Не слышу. Шо? А так, слышишь? Говна поешь. У тебя какое разрешение монитора? 3840 на 2160, по-моему. 120 на 80. А чё? 600 на 800. Точнее, 800 на 600. Пиксель на пиксель. Всё равно графика пиксельная, чё ты? Моник, говно, пацаны, графика пиксельная. Мать у тебя пиксельная, понял? Ооо, пошли оскорбления, ооо. Про маму было лишнее. Бля, если я что-то в обратку скажу, то меня замутят, сука. Да. Понимаешь, как это работает? Ну шаришь, да. Совместно со своим пенис, да, мути? Совместно с кем? Вернее, спросить. Сам с собой. А кто же еще с ним будет хочется? Резкий, вот, у вас бывает, вот вы же в РБ иногда летаете? Нет. Мы чисто плотные аркадники. У меня прям перед курсором вот какие-то... Хилься, дурак, хилься, дебил. Ладно. Блядь. Хорош, чел, хорош. Хилься, бля, хорош. Хохол решает проблему. Впервые за всю историю своей страны. Привык, хохол сам что-то решает. Охуеть. На, сама. Это решение без будет. Без натовских инструкторов. Да. И без поставки натовского оружия. Вы разозлили хохла.
Типа вы испугали деда, но вы разозлили хохла. Сейчас начнется хрюканина. Да. Сейчас нахрюкает нам в жопу. Да я не против. Проклятие нахрюкает. Да, давай. Блять, нашлёт нахуй. Да, с вами сценарий. Ой, тише. Да, давай без негатива. Да, поэтому муть Сурмса. Блять. Давай без негатива, поэтому без нервов. Ну, давайте без не... Чё, замутили такие? Вот что бывает, когда ты слишком много пиздишь, Срумс. Я сам самовыпился. А, пошел нахуй тогда. Я пиздил негров, я... О, молодец. Я нашел призывалку еще одну на глаз. Шоколадный. Призываю шоколадный глаз. Смешно, да? Смешно, да? Тебе смешно, да? Смешной ты такой. Ну, шутник. Не смеетесь? Не смешно, да? Ой-ой-ой, что произошло? Знаешь, почему я хороший подрывник? Потому что плохих почему? Не существует. Да. Плохой потому что плохие уже не подорвались. Даже. Потому что все хохлы пи... Топ-10 неожиданных поворотов, понимаете? Топ-10 аниме предательств. Кинь его туда вправо. Шашку вправо. А, хохлу а, лишь бы кинуть кого-нибудь. Да, да, слева Харьков, справа Киев. Куда кинуть? Мне нравятся способы Юрецкого, как он кинет. Мне честно скажу, мне похуй. Хуяк! Охуенно, мне нравится. Руки опускаются, хочешь слезы. Зрада тотально. Руки опускаются, писка ПВУ и... Оооо! Ты не шипастые ботинки, оля! Как так-то, ёпта? А, шипастые ботинки, окей, а как насчет шипастого ошейника? Да блять, заебёшь! Пидарас на голову упал! А я только спускаюсь. Кувырок, что ли, сделал? Да. Засор. Планировал? Что? Что запланировал? Блять, пизданул, блять, все ебут. Нахуй, блять. Тутаю. Крепрайонный совет о российских. Блять, что сказать? А слова. Я забыл. Сложно, сложно. Слава, какое слово? Мерло? Да, ладно. Мэмбру. Мэмбру, что? Слово. Хохол? Нет, у тебя. Блять, хохол! Что? Посмотри на карту, а! Чё ты ухохлил? Я заранее хочу чё извиниться, я сейчас боялся, что на тебя нахуй лава упадет прямо на верёвку. Ой, блядь! Ёб твою мать! Там вся верёвка уничтожилась, да? Только скажи... Блядь! Смотри на верёвку! Да я вижу! Господи! А что произошло? Да этот дебил смотри, пролил, он. Смотри, у нас смотри, вот в пусть. Этот дебил смотри, лаву пролил. Смотри на мой, на мой этот экран. Блядь. Видишь вот это вот? Это верёвка. Сейчас я пиздец. Смотри сколько. Сколько он верёвки сжёг на... Вот отсюда до сюда. Да выстраивай тебе говно вопросы. Проблема в другом. Он ёбаную одну третью верёвки уничтожил. Да, жаль, что не хохло. Юрецкий, погнали завалим глаз. Ну, Юрецкий, ну что ты сделал? Ну зачем? Я тебя уничтожил. Понятно. Всё, весело, да? Весело, хохлина. Так же Лёшка под лавой. Блядь, Юрецкий, ёбаный брод, блядь. Я могу тебе задонатить. Веревки тащи. На OnlyFans ему задонать. Веревки тащи. Когда OnlyFans? Я не хохол... знаю, откуда ты их высунешь из жопы. 500-метровую веревку. Хохол, когда жопа? Да, пожалуйста. Бля. Хохол, у меня есть веревки, когда жопа? Какая? Сколько веревок? 832. Смотря сколько фоток. Заткнись, Турмс, я тебя убью. А он и не против. Лучше изнасилуй меня. Скажи удачи, жесть. Вообще. Он согласен. Создателем сайта очень мирной и спокойной жизни. Им забыл. Верский, где взрывчатка? Что происходит? Это... Он... Не говори, что он опять пролил.
Я ничего не видел у себя. Мамой клянусь, это один блок, бля. Держись, держись, мы с тобой. Держись себя в руках. Держись себя в руках или мысли выбирай. А мама жила долго еще. Спасибо. Да, гробу. Пизда. Ты смотри, ты это, ты очень много пиздишь для человека, который находится под лавой. Куда понадобится еще верить? О, блин. А ты спусти прям с самого основания базы, вот оттуда. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я хочу, чтобы Хохол страдал, но не настолько. А я хочу-хочу. А что дальше? Я получил. Ищи хочу. Чел, ты страдать тогда будешь неделю, я тебе обещаю. Страдать неделю? А, без меня. Да, как бы я это, я, вот если ты... что, если что, я сразу говорю, что эта идея, если что, она Турмуса. Не моя. А? Что? Тише, тише, чурка, не надо. Есть у меня динамит. Кто много выебывает, того много взрывают. Да. И тот много строит веревок. А. Ждать, пока она накопится полностью. Что? 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 Серьезно? Да что ты сейчас не берешь? Йо, блиц-опрос. Твое отношение к хохлам, давай. Очень плохое, презираю. Победитель, победитель просто по жизни. Поехали. Мы тут уже с этим говном возимся, причем, блядь. Я вижу. Кстати, из-за тебя. Это пошел нахуй. Яйцо. У меня яйцо из трусов вываливается. Пиздец. Это вызывает некоторые неудобства. Да, блядь. Подрочить неудобно, да? Нет, подрочить-то я уже подрочил. Понял. Только увидел котенка на улице. Как только так сразу, так сказать. Сразу подскочило, да? Нет, я закончил. Быстро ты. Я лично думаю, что у Турбса будет немножко другая ситуация. Знаешь, он это... Как с той фоткой, где у Белки гандон в жопе. А, там не у Белки. А, да, там у Белки было. У Белки, у Белки. Народ, народ, там на заднем плане глаз пролетает, слышите? Я не буду в очередной раз шутить про то, какой это глаз. Я просто хотел вместо тебя. Я устал от этих шуток, не хочу. Давай, я тебя подменю. Давай. А, сука, меня замутит быстренько. Да. Давай, давай, давай. А не, шути, шути. Разрешаю. Главное, чтобы не говно. Разрешаю. Не, ну я могу запретить, я прямо сейчас тебя замутить. Хочешь? Нет. Ну тогда шути. Давай, шути быстро. Ладно, сейчас быстро, я блядь. Посмотрю, что у меня... Ну смотри, смотри, я заранее анекдот расскажу, чтобы ты не повторялся. Смотри, чтобы ты знал, как не шутить. Я лично, когда открывал ветку War Thunder, ожидал, что оплот будет советской ветки как трофейная техника. Ну я знаю, не анекдот, но сейчас я его вспомню до конца. Давай, давай. Давай, плыл Сталин на лодке там. Да, потом она... Не, а мог бы ножиком пырнуть, как там в анекдоте про Ленина было? А, короче... идут времена, значит, холодной войны. Ну, где-то, в общем, на международной станции, там, на Антарктиде, неважно. Чел, синдром, это у тебя несколько... плохой интернет. Каловая масса пожелаю. У меня? Нет. Ты продолжай. Алло, можно я расскажу анекдот? Да, можно ты расскажешь. Продолжай, анекдот. Продолжай. В общем, времена холодной войны. Где-то на международном... на международной станции, на Антарктиде, значит... с интервалом несколько минут садится советский, ой, короче, два самолета, HD-24 и F-117, с делегацией от СССР и США, да. Взял и замутил. Резиновые хуи. Ладно, предвзятых... Тебя размучивают, и первое, что мы слышим, это резиновые хуи. Слышали? Мы не сомневались. Я пока выпал анекдот рассказал. О, анекдот. Проверка в армии. Сидоров, я, Попов, я, Иванов, я.
3030-й, молчание, 3030-й, твою мать. Тут было сестрой. Товарищ лейтенант, я не 3030-й, я Зозо. Блять. Хуйню высрал. Иди нахуй. Фу, вумен, блять, закрой это нахуй, а. Я так и знал, то, что всем хохлам нравится вумен. Мало кто знает, но в Украине нет женщин. Да, все и насилуют русские войны. Ой-ой-ой. В Украине вместо женщин трапа с накладными сиськами. Да, в Украине между... В Украине почему-то вместо женщин свиньи. Давайте подумаем, почему. О, я ещё... А вместо мужиков тоже свиньи. Я вообще все свиньи. Челябинские мужики настолько суровы, что в три тяжки докуривают до бычка даже обычные электронные хуи. Я достиг комедии. Кому-нибудь нужна? Нужна звезда кому-нибудь? Резко нужна? Нет, кому-нибудь нужен хуй деревянный? Хуй деревянный кому-нибудь нужен? Зеленая команда, зайдите. Короче, молодой физик ядерщик впервые проходит на работу в ЧС. То есть АЭС, ЧС, блять. АЭС, ЧС, нет, не ЧС. Ладно. Хохол. Давай рассказывай. Короче. Все. Что за мутное? Управление, значит, ты ебёт твою мамашу. Нашел еврей кошелек, а там не хватает. Я смотрю, над гробом стоит и надпись «Хохлы не люди». Так это я написал. Пацаны, чат гляньте. Кончу, опять что-то скинул. Нет. Опять типа, умоляет, чтобы его размутили. Нет. Да, да, да. Он все это время он сам с собой пиздел, да. Ой, боже. Турмса, а у него там стоны мужские. Два. Оба отчима развлекаются, я смотрю. Командир, только на лицо не спускай. Только не на волосы. Ну как там было это вот, зеленого слоника? А вот это я не помню, блядь. А было. В конце, когда пахом того... Слушай, ты это... Говоришь, человек, который полностью зеленый слоник от начала до конца ночью, блядь, нахуй, часа в два сидел с американцем, смотрел, блядь, и рассказывал ему про локальные шутки, объяснял их нахуй. Ты не поверишь, насколько это весело, блядь, равно. Было. Все равно, друг, все равно. Ну, пошел нахуй. Нужно это знакомить с настоящей жемчужиной русской культуры, даже иностранцы. О, прикол ДС, у меня сервак, походу, по пизде пошел. Да. Ну да, кто не записал? А, чел, я записывал, наверное, последние полтора часа. О, господи. А я записывал замещение. Блять, опять гром 80 написал всем привет капсом и с двумя восклицательными знаками. Поставил еще два пробела. Напиши ему. О, помнишь, мы в окопе виделись. Не, а я напоминаю, что этот человек брал одесский аэропорт. Или какой там? Донецкий? Да, Одесский. Одесский, да. Да, Донецкий, блядь. Побежал. Львовским. Пешком. Нет. А, вот сюда. В соло, блядь, рашил. Житомирский, которого не существует, тихо. Да, израильский, из которого эти бегали. Украинский, который это, нелегитимное государство. Да, слышали. Вот что болит, тот Том говорит, хорошо, мне болит хуй. Ну, ладно. Говори об этом почаще, может, проделай. О, хорошо, мне болит хуй. Говорила мне мама, ты дебил, а не твоя мама. Блядь. Да, к тетеньке рандомно подошел. Мама. Говорил тебе мама, ты дебил, 10 лет назад сдохла. Мне 9 лет, какой 10? Почему? А? 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 В игре. Ладно. А? Да, я умер в игре, а в реале твоя мать. Да, АТП, слышали. Бандитов на АТП убить, да. И насосать хуй. Зачем их убивать, если им можно РПГ принести, дебил? Флешку из жопы шустрого достать. АТП домой. Бля, уже утро, пиздец. 4 утра. Угу, а мы этой хуйней еще занимаемся.
Может, пора спать ложиться? Может, пора спать садиться? Пальто. Максимальное количество на 1. И штаны. Урон питомцев на 8%. Вот это все увеличивает. Да, но сначала надо питомцев найти. Да. Я тут. Я все равно. Питомцев, а не дебилов. Ну, знаешь, он может сойти за нос на отсталую собачку. От детей слепите. Чихуя-хуя. Стыдно, отсталую собачка. Извинись. Да. Перед нами всеми, лично. Желательно сдохни публично. Бля, может, вам еще и сосать? Да. Да. Неплохо было бы. Не помешает. Было бы славно. А лишним не будет. Лишним не будет. А знаешь, что будет лишним? Ты в своей семье. Тихо. Которой нет? Тихо. Осуждаю. Нет, почему есть? У него просто это очень большая шведская семья. 10 отцов негров. Да, очень большая шведская, которую я... Турмс. Ты можешь сделать погромче, а я могу сделать так, что вообще звука не будет. Хочешь? Просто, понимаешь, его отцы негры могут сделать так, чтобы его из-за члена во рту не было слышно. Они только что так и сделали. Это мут, так сказать. Это мут, это мут. Физически. Да, физически мут. Я пойду плакать. Ну никак. Ладно. Ну, я понимаю, что рвотный рефлекс от члена во рту — это нормальная вещь, чел. Но зачем плакать-то? О, я хочу вам еды дать. Какой еды? Ну, какашек моих, каких еще. Тромсик, бедолага, слушай, люди не едят, это кака. Какашки не едят. Кака, понимаешь? Кака. Не трогай больше. Фу, положи, блядь. Вынь из рук, это кака. Вынь изо рта, это кака. Такой люди не должны есть. Даже собачки такое не едят. Даже умственно отсталые. Стал пёсик. Гром 80 пригласил в отряд. Боже! Не надо, спасите, пожалуйста. Ебать новость. Привет, кто в симуляторе BR-6.3 или реалистичные бои? Да пошёл ты нахуй. Слушай, напомни, что он тебе говорил. Ну что он тут, что-то там делал, да? Кого он там грезал? Он не может говорить. Да не. Так кем он был все-таки? Наемником, да, типа? Ну, походу. Гром 8, ну, если ты вообще говоришь, был. Каких хохлов резал дед? Что ж делать? Меня жестко скинули стрелки. И хуи тоже. Тебе кинули не стрелку, тебе кинули палку. Да, соси хуй. Когда надеваешь гандон на хуй, он в темноте светит вот этими вот гандонами. Ну да, это Турмус просыпается такой в кровати ночью, а вокруг него 10 таких световых сабель, блядь. 20-сантиметровый, блядь. Лёшка просто сидит, ржёт и наслаждается батлом. Не, на кого собачка-аутист? Да. В данном случае премиум набор аутист. Да, стартер-пак. Это... А ты видишь продвинутый. Это чулки, чокер, турмус, блядь. Набор русского националиста. Сейчас сосать мой хуй? Ладно, давай. Что слышишь, блядь? Я говорю, если... Что-то мамка в комнату у него зайдет, просто скажет, блять, нахуй ты хуй достал. Да, твоя. Нахуй ты хуй в монитор тычешь. У тебя бывает, когда ты его срешь, прям говно по жопе, ну, знаешь, падает. Оно так падает, знаешь, оно так падает, и, короче, вода тебе в задницу заливается, вот бывает, да, иногда, ну, я думал... Нихуя тебе заливается, блять! Внутрь заливается, да? Я это, если тебя столкнуть, то скажу, что Турм Спидер, и все переключатся на то, что Турм Спидер. Хорошо. Ну, вообще, да. Вот, ну, и все. Да, вопросы. Он изначально вроде, ну ладно. Меня очень тянет на собак. Бросила вот тебе дети нравятся, вот тебе собаки нравятся. Слушай, ты уверен, что ты не кац? Лёшка, ты зачем попытался поплавать в лаве? С майонезом. Лёшке купаться нравится, особенно в теплой воде. Крыма-то нет. Да, Крыма-то нет. На сало купается здесь.
А я тут потихонечку, пока вы там хренью страдаете, световые мечи фармлю нам всем. Которые у меня с помощью Чагила. Да, вибратор твоего отца, все про него знают. Продолжайте бой. Да, да, Лёшка, ты должен еще довольно хрюкать. Нет, крюш, ладно, Крюрумс, я так очкаю, понимаю, с тобой продуктивно сраться не получается. Я считаю, мужики, что лучшим выбором тут будет отправить его в мут. Блять, почему я так и подумал, сука? Вот давайте подумаем, блять. А, действительно, почему же ты подумал? Потому что да, это всегда происходит. Почему ты подумал, блять? Ты же не умеешь это делать, чел. Тут мы со слова не давали. Ты танк, ты должен молчать. Вау. Крюрумс рассказал мне историю своей жизни. Да, красивые стрелки метаешь, мужик, молодец. Я умею метать не только стрелки, я очень хорошо метаю палки, чувак. Да, к твоему сожалению, я не заинтересован. Когда ты пьешь пиво, я прекрасно понимаю, что ты получаешь протеинку тем сосанием хуёв, да. Но зачем мне знать про это? Потом, когда ты ешь какие-нибудь валеные колбаски к пиву, это оказывается моё говно, понимаешь, в чём? Вяленые колбаски к пиву. Чел, ты уверен, что ты не свой хуй описываешь? Вяленькая колбаска к пиву. Похоже на говно. Я писаю. Да. Я скажу своей мамаше, чтобы она завтра пошире очко рассынула. Я прихожу. И слушай, извини, как бы она не старалась так широко, как у тебя, у нее всяко не получится. А потом знаешь, когда я ухожу после нее, там такое дуприще, блядь. Понимаю, ты в зеркало смотришь. Обижай, Турмс. Пожи, не обижай, Турмс. Турмса природа обидела, я его сильнее, чем природа, не обижу. Да, и чем... Иди нахуй. Ключ, наверное, со стены плоти должен упасть, не? Нет. Ладно. Стена плоти, это которую выдаю говно в аду? Это которая твоя мать. Второй четвертый. Хорош. Право. Иду, блядь. Слушай, пока мы этим, блядь, пока мы этой хуйней занимаемся, я хочу задать такой насущный вопрос. Какая нахуй самая худшая, самая, в принципе, уебищная игра, в которую ты когда-либо играл? Тундра не считается. Тогда не знаю. Да. Смотри, какой важный вариант тут же отпал. Не, ну серьезно, хуже Тундра я не знаю, что можно представить. Не, ну, я Тундра... имею в виду вторая, типа, по хуёвости. Доту 2. Не знаю. Кстати, 10 минут в Дотку играл. Да? Меня посадил этот друг с... То есть тебе 10 минут в жопу ебали? На бутылку, да. Я ничего там не понимаю, я вот скажу, Дота 2. 10 часов я играл в неё, блядь. Ну, получил... по тебе видно. Писал губу, блядь. В Доту человек 10 часов играл, по нему и видно, блядь. Да. Так, лава еще стекает, блин. Блин, я могу сейчас все захерить. Я сейчас открываю вкладки, короче, Гугла. Первая вкладка Дюна, если было море пива, а вторая белка с гандоном в жопе. Сука. Летучие мыши сраные. Он включил. Я включил. А, база. А чё там? Ботик играет, да? Да. Он я просто выключил. Любэ найсас. У нас, короче, робототехника в начале года была, и мы, в общем, с напарником решили сделать полицейскую машину. С напарником. Которая вместо... Ну, ёбарем. Вместо сигнализации вот это вот дело бы... Короче, она вот так вот ездила. Ну, мы, в общем, выиграли. Учителя нихера не поняли. Хотя... А потом мы ему рассказали, блять, а это из гейбора на звуке. И вам пиздаку настучали. Ну, к сожалению, короче, я свой косяк исправил, все. Свой косяк? Да. Боже, все Виксены, это такая машина. Попался это с наркотиками, отвечаю, офицер, мой косяк. Ничего, а Лик 15 рухнул. Да-да-да. Кто-нибудь слушает Турмса? Да-да-да, Турмс, завали. Что завалить? Канал. Камень я не дам. Я его на седьмом. Камень я не дам. На шестом состоянии его так ебал. На кого? Все Виксы на
Да. Нет. Так, он, я что-то принялся в череботе. Мегасик, по-моему, ну, вообще похуй. А мегасик, да. Чел, ладно, там не к чему тянуться. Я тебя разочарую, наверное. Но... Да, твой батя все съел вчера. Бля. Блять. То есть ты считаешь, что у тебя хуй такой маленький, потому что его отгрызли? Нет, типа, то есть подожди, ты можешь не искать оправдание своему маленькому пенису? Я понимаю, может быть, нет, ты комплексуешь, огромный. Да, но... Тот факт, что у нас тут всех как минимум в 10 раз члены больше, чем твой, это не означает, что ты должен комплексовать. Ну, я тебе еще раз повторяю, он стал маленьким. Не бойся, мы тебя все очень любим, все очень уважаем. Мы все желаем тебя. Только хорошо. Я скоро спать пойду. Мама гонит. Ничего нахуй пошел. Да, боя. Да, если мама гонит, ты не иди. Гонит. Чувак, подумай хорошо, когда мертвые люди говорят тебе куда-то идти, может, лучше не надо? Это плохая примета, чел. Вот сказал то, что она спит, и, сука, сразу же подумал, что это ёбаная ошибка, блядь. А ты ёбаная ошибка? В семье, блядь, долбоёб. Есть. Слушай, сложно, наверное, без мозга жить, да? Да, не у меня спрашивай. Ну не рука в говне, чел, а ты отвечай по факту. Сложно? Рука в говне у тебя, соболезно, блядь. А твоего царизма тоже рука в говне. Мне не надо соболезновать. Знаешь, ты когда приходишь, он... Я не хочу соболезнований, я хочу, чтобы ты пошел и помыл свою руку, чел. Я хочу, чтобы ты пошел и помыл свою руку. Ну, жопа это уже его выбор. Я же его в жопу ебать не буду. А кто ему жопу помоет? По мне. Помой мне. Ты думаешь, хрюкнешь? Это временное решение. Так, похуй, ты ж хрюкать должен. Так, кому-то стрелы нужны, я сказать. У меня нет, не нужны. Нет, так, блядь. Нет. Что я сделаю, собственно? Я сейчас сложу весь бабос наш общий в сундучок. И, наверное, уже, блядь, спать пойду, я нахуй сейчас сдохну. О, слился лох. Я тебе сейчас ебало набью. Давай, рискни. Че, ты давно поебало не получал, да? Давай. Давай. Блядь. Так, а я, наверное, а чё нам надо? Сейчас слился, да? Слился. Кто?